Мы создаем свое новое бабское королевство. У нас будет свое царство, состоящее только из баб, потому что все мужики, вот все они козлы. Мы именно обиделись на Костю и на Карася, но в сумме на всех мужиков в этом месте. Вы все козлы. Да здравствуй, бабское государство. Все мужики козлы. Я вообще ничего не понимаю, но я автоматически в бабском королевстве, и я согласна с ними. Все мужики козлы. Это неправда. Мы отрицаем это. Мы это отрицаем. Поделитесь, вот эти петухи и курицы! В курятнике, что ли, сегодня находитесь или чё? А чё я пропустил, пока одной серии Амонга не было? Это с какого момента я козлом стал? Чё я пропустил? Потому что все мужики козлы, и ты не исключение. А если ты девушка, и ты вот прямо сейчас на меня смотришь, то оставляй комментарий, что ты за бабское царство. Наше царство должно процветать. Ну а если ты пацан, то пиши в комментах, что ты за нас, за мужиков, за настоящих людей. А вот не за каких-то вот этих вот баб. Я в душе не понимаю, что за война между бабами и мужиками здесь происходит. Короче, что скажет... Банан? Так оно как бы и есть банан? Тут сложно не согласиться. Ладно, давайте. Первый раунд. Так... Если мне не изменяет память, в предыдущем ролике, когда мы записывали в первом раунде, я и Отомчик были убийцы. В новом видосе я и Отомчик тоже убийцы. Отомчик, ну басися на самом-то деле, Отомчик даже за убийцу нормально играть не знает. Но ладно, тогда придется опять тащить одному. Кати сегодня с нами нет, потому что Катя сказала, ну, один раз сыграла, как бы хватит. Катя сказала, ну, типа, если все сейчас подпишутся на канал, ты... Да... Банан ядрить, Катя, ну я же в камере смотрел, что за наглая рожа-то такая, а? Ну так вот, Катя сказала то, что если все ее очень хорошо попросят прийти еще в одну серию, она обязательно придет, но для этого обязательно надо подписаться. Так, что-то Отомчик, как я вижу, нифига не делает, нифига не делает, саботажи не включает, никого не убивает. Вот, я говорю, вот смотри, вот бежит банан, вот бежит банан, вот бежит банан, ну мы просто к банану такие подходим. Да! Кунг-фу просто, и потом... Берем и сваливаем сюда в люк. Ну да, прыгнем тоже в люк. А хотя с другой стороны, а чё я прячусь, как крыса-то настоящая? Я сейчас возьму и выключу кислород. А сейчас, если кто-то вдруг вот здесь будет пробегать, а так труп. О, Топчик, ты не в ту сторону бежишь, дурак! Отомчик убийца, он сейчас пошел передо мной и труп зарепортил. Ну шел я как обычно, много углов было. Сегодня, кстати, еще геометрию изучил. Такая интересная вещь, всем советую. Отомчик, можно вопрос, что у тебя по геометрии за четверть? Пятерка. Она и видно. А труп-то при чем здесь к геометрии, Отомчик? Ну он же такой. Какой-то квадратный. Это мозг у тебя квадратный, Отомчик! У тебя есть какое-то предположение, кто мог убить мертвый труп? Ну, рядом только углы были, и все. Пропускайте, пожалуйста, не слушайте больше никогда Отомчика. Губка Боб, квадратный Отомчик. Отомчик, пердотомчик. Я говорю, он не в ту сторону воюет. Он играет почему-то за мирных, а не за убийц. Кстати, Лерочка моя чудесная, прекрасная. Ну я же видел, как ты сюда одна забежала. Ага.
Ладно, иди отсюда, иди отсюда. Кто-то смотрит на меня через камеры, поэтому я не буду убивать Леру. О! Зато я могу убить того, кто смотрит на меня через камеры. Логично. И кто это такой благородный, кто только что спас жизнь Лере? Я не знаю, но ты очень зря это сделал. Фиг его знает, кто это был, да какая разница, как бы кокнул и кокнул, вот и все. А вот сейчас подождем, если кто-то еще зайдет сюда в камеры, я его сразу же... Опа! Здесь запердохаю и опять выключу свет, чтобы уже кто-то два трупа не заметил. А пока свет выключен, мы свалим через люк в медпункт. Прекрасно просто. Ага, а там трупачела тоже валя... Ох уж, Отомчик постарался, конечно. Можно спросить, Отомчик, а что ты там в люке-то делал, м? В люке? Да, в люке. В таком квадратном? Да, такой квадратненький, железненький. А, ну там надо было что-то почистить, мне дали задание там что-то почистить, углы проверить, ровно ли они в 90 градусов, ну все такое, вот я и чистил. В люке! Углы люки проверить, Отомчик! Ну да. Слушайте, давайте мы сделаем одолжение всем, кто здесь находится, и в том же вот числе Отомчику. Стасик, ты видела, как Отомчик в люк запрыгнул? Да. Ну все, тогда все понятно, Отомчик один из убийц, берем и кокаем его прямо сейчас. Я случайно за кого-то другого проголосовал, но это чистая случайность, голосуйте за Отомчика. Ёперный кокос. Хоть как бы Отомчик и второй предатель, но я честно скажу, у меня без Отомчика шансов в два раза больше выиграть, чем с Отомчиком. Вот углы он в люке проверял. Это балбес настоящий, балбес просто. Так, выключаем кислород и ждем, пока кто-то прибежит сюда его чинить, и сразу же его здесь запердохаем. Опа, 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 опа. Он при мне убил. Кто он? Это Эд, я бежала, и он убил при мне. Это из-за... Это потому что ты меня ненавидишь, Амочка? Это потому что... Нет. Это потому что сегодня все игроки поделились на бабское царство и на мужицкое царство. Карась! Ну, и поэтому тоже. Подожди, Карась! Вот, и поэтому тоже она только что сказала. Карась, кому ты больше поверишь? Мне? То, что Амочка убила кого-то у меня на глазах? Или ей? То, что я убил кого-то у нее на глазах? Ну вот честно, я вам не верю. Вы предатели народа. Вы ты... враги народа. Вы... Все. Это вы предатели. А я за женскую солидарность, так что я согласна с Амочкой. Ну тогда все, тогда Карась, мы вдвоем голосуем за Амочку, вы давайте вдвоем за меня голосуйте. Все понятно с тобой, Амочка. Видишь, Карась, как они нас ненавидят. Поэтому они сегодня нас выкидывать за борт будут постоянно. Ага. Аккуратно, я вам говорю то, что это Амочка. Как только возможно будет нажать на кнопку, сразу нажимайте и начинайте совещание. Кокаем Амочку. Давай! Да! Это Амочка! Стасик, я тебя умоляю, но ты же даже не в этом бабском королевстве, но это они обиделись на Карася и на Костю. Ну ты-то тут при чем? Ну доверься мне, я же никогда тебя не предавал. Это Амочка! Выйдет из этого бабского королевства, Стасик! Амочка, извини, но почему-то я ему верю больше. Ну посмотри на эти честные глаза под очками. Прости, пожалуйста, но он очень убедительно говорит на тебя. Все мужики – козлы, а ты, Стасик, предатель бабского королевства. Вот и все, вот и да, ага, Амочка. Ну да, она кухнула у меня на глазах. И подожди, или это Амочка, или это Стасик была, Стасик, или вот, не помню. Ага. Ах ты ж, Амочка, убийца-то такая. Или это все же Стасик был? Карась, игра не закончилась! Так это ты, Стасик, убила вот этого, кто там был со мной в одной комнате? Я-то думал, что это... Я тебе верила, я тебе доверилась, а ты меня предал. Мужики, козлы.
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! Да я-то тут при чем, если у атомчика мозг квадратный? Ты почему второй убийца у меня на глазах труп припортишь, балбес? Ну он же такой квадратный был. Ядрём, я прошу прощения перед всеми мужиками, кто находится в этой комнате, но я был самым худшим убийцей на всей планете. А вы, бабы, самые красивые на этой планете. Давайте, второй раунд. Ну, хоть сегодня я без щитов, потому что каждую игру я почему-то по два раза подряд становлюсь с предателями. Это реально уже немного похоже на читы. Я же говорю то, что я без Отомчика сам в два раза лучше играю, нежели с Отомчиком, который нифига не умеет в этой жизни. Башка квадратная. Так, выполняем задание. Только посмотри меня сразу. Лера, только посмотри меня сразу кукну. Смотри. Выполняем задание. Вот так, вот так, вот так, вот так. Где ты? А, Лера ушла. Ага, уже свет кто-то вырубил у меня на глазах. Главное, чтобы меня не запердососили здесь, поэтому я спрячусь в сральнике. Да чё тебе от меня надо? Дверь закрой! Ладно, иди сама туда, давай! Ни одним покакать не даешь, ни другим покакать не даешь. Так, опа, задание. Выполняем задание. Пока Лера там в своем сральнике делает важные дела, надо выполнять задание. О! Опа, так, заметьте меня кто-то, то, что я прохожу вот этот медпункт. А, картошка, видела? Ага, все, я не убийца. Если, конечно, ты не убийца, сейчас меня прям не запердохаешь. Так, все. Он здесь уже лежал, картошка. Трупачелло, за дверью прям. Да, откройся, вот. Картошка, ты видела? Картошка, подтверди то, что я выполнял задание в медпункте. Вот эти предатели не могут его выполнять. Труп находился сразу в комнате с дезинфекцией. Подожди, оттуда, кстати, Лерочка пришла и потом заняла мое место в сральнике. Лера! В общем, смотри, это Стасик. Во-первых, Стасик это Стасик. Во-вторых, Стасик кого-то там убила, где-то там. Не знаю где. Рядом с джунглями, по-моему. И третье, она прям на моих глазах в люк полезла вон там вот, где как раз эти джунгли. Ну тогда понятно, это Стасик. У меня есть своя версия. Это Костя, потому что Костя это мужик. А как я сказала ранее, все мужики козлы, и мы должны их кикать. Поэтому я предлагаю всем девушкам проголосовать за Костю в этом раунде. Не, ну ты подожди, чё у вас с Костей там личные какие-то тёрки? Давайте вы вот потом будете разбираться. Если Костя видел, что Стасик прыгнула в люк, значит это 100% Стасик. Всё, мужики, голосуйте за Стасика прямо сейчас. И ты, картошка, тоже за Стасика голосуй. Да вы дебилы! Почему вы Костю кокнули? Вы со своим бабским царством с ума сошли нафиг! Она, держись здесь со мной! Пошли давай отсюда! Мне кажется, то, что в этом раунде все бабы предательницы... Стоп, 100%! 100% все бабы предательницы, так? Я сваливаю отсюда через библиотеку, бежим вот сюда в лабораторию, и чтобы за мной сейчас никто не пошел. Если Костя видел то, что Стасик прыгнула в люк, значит это 100% Стасик. Только Костю почему-то никто не послушал, потому что все же как бы побольше, поэтому... Да в смысле? Да один раунд же только закончился, как... Наконец-то я выиграла. Стасик, ты предатель нашего королевства. Как? Стасик, мы всем своим женским коллективом выгоняем тебя из нашего бабского царства. Ты предатель. Ты а тоже. Я-то здесь при чем? Мы же Костю выкинули, я была против мужиков. Вывод. Никогда не слушайте баб. Оборзели. То сначала всех козлами назвали, то потом еще и выиграли игру. Так, мужики, я вам предлагаю всем создать мужицкое царство и перерубасосить всех этих баб. Давайте, третий раунд.
пососить, и я прям сейчас воспользуюсь своим секретным супер-мега-гипер-планом. Этот план знают только те, кто ходит на мои стримы. Мия или Амочка выполняет задание, это значит то, что они 100% не убийцы. Сральник. Это такое читерное место, в котором, если встать сюда в угол, можно кого-то убить. Опа! Вот так вот через стенку! Я в душе не замечаю, кого я сейчас убил, но там сейчас труп валяется. Выключаем свет, чтобы труп не сразу заметили. Так, Амочка ушла с Мией, а возможно это или Амочка, или Мия, я не знаю. Но в чем прикол? Через стенки можно кокать. И если бабы сегодня у нас злоупотребляют тем, то, что у них бабское королевство, я сегодня, значит, буду читы использовать. Как я много раз делал на стриме, если взять кнопку убийства в руку и просто вот так тыкать, мышкой тыкаем, 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 не останавливаемся, когда кто-то здесь пробежит, и я его... Опа! Я не знаю, как это работает, но там уже сейчас два трупачеллы валяются. Их до сих пор никто не увидел. Опа! Банан разве что их увидел. Давай, иди сюда, давай, банан. Заходи давай внутрь. Ага, банан со мной, походу, за компанию. Да, ну ты стой здесь. А там уже два трупака прям ща... А почему здесь три трупака валяется? Ты уже кого-то кокнул, банан! А сейчас, банан, валим с тобой сюда обратно. Давай, иди шандарахайся в люк прям сейчас. Ну чё ты, башка-то такая тупая? Господи, там же кар... Там же карась вышел, банан, в люк прячься! Банан, ты не хочешь мне ничего вот сказать? Вот, прям не хочешь? Это все Лера. Это Лера убила три трупа. За мужицкое царство я предлагаю проголосовать за баб. Они какие-то странные. Я предлагаю реально это сделать, потому что меня эти бабы чертовы пытались выгнать, и они из меня выгнали. Я поддерживаю Костю! Совсем обнаглели! И ты, Лера, и ты, Амочка! В начале они вообще сказали то, что все мужики козлы! Вам не стыдно? Я вам какое плохое зло сделал! За Леру, мужики! Давайте кукаем за Леру! Вы козлы! А нет, я передумал! Не за Леру, за Амочку! Голосуем за Амочку! Все, давайте! Вы бараны! Ага, а следующая ты, Лерочка, будешь. Ага. Мэ-мэ-мэ, вы бараны, мэ-мэ-мэ, бэ. Мы бабы. Замочку голосуйте уже, давайте, банан. Да почему Лера, если я сказал за... А, ладно, без разницы, значит Лера, все. Амочка, ты одна осталась здесь. Берегись мужиков. Ага. Ну, неплохо. Три трупака в одном месте... А почему как бы нет? Сейчас, если я дождусь, если еще здесь кто-то пробежит, я его кокну в этом же самом месте. А вот сейчас уже реально очень палевно. Сейчас с этой точки лучше сдрыснуть, ну, допустим, куда-то вот сюда и выключить реактор. А я типа это задание выполняю. Отлично, на самом деле, то, что сегодня здесь Кати нет. Потому что если бы Катя все это услышала, она бы реально с ума бы сошла. И больше бы с нами никогда бы ролики не записывала. Банан меня зовет куда-то, поэтому он никого не кокает. Ну, молодец, банан, чё? Ну, и чё? И зачем ты меня сюда привел? Ах ты ж скрытная наша Амочка! Банан, дверь закрывай! А Амочка, давай как бы... Баю-бай, Амочка, ты чё это самое думала? Ты как бы громче всех кричала, да, то, что мужики козлы?
Банан, дверь закрой, закрой дверь. Амочка, передай там всем другим бабам то, что... Не козлы мы! Амочка! Я же говорила, что все мужики козлы. Он сейчас взял и затащил за всех пацанов. Он взял и каждую эту бабу перебил просто вместе с бананом. Впервые в жизни я рад, что импостер выиграл. Я вам ничего не делал, но то, что я козел, я с вами не согласен. Амочка, прощи, проси прощения. Ты козел. Ах ты ж скотобас... Так, Амочка. Кто еще козел? Мужики, общий сбор. В атаку!